Авдіївка пережила жесточайшую за последние месяцы атаку со стороны боевиков ДНР. За последние сутки в районе Авдіївки погибло 7 украинских военных. 29 января боевики штурмовали Авдіївську промзону. По данным штаба АТО, они начали интенсивный обстрел из стрелкового оружия и минометов, а позже начался штурм с целью оттеснить украинские подразделения. В Минобороны сообщили, что всего боевые действия непрерывно продолжались 19 часов. После обстрелов Авдіївку питает только одна линия электроснабжения. Мишанинов.